Транспортные заторы на территории автостанции Щербинки должны исчезнуть. Эту проблему нижегородцы вновь обсудили с представителями мэрии. В настоящий момент на въезде и выезде с территории конечного пункта пытаются по одной полосе в оба направления разъехаться весь общественный транспорт. А это почти 100 маршрутов муниципального, пригородного и частного транспорта. Один за одним идут, они даже ждут друг друга, чтобы проехать вот сюда на остановку. Здесь и маршруты городского транспорта, и маршруты уже районного транспорта. Все путаются, все мешают друг другу, и скопление ужасное. Решение принято. Выезд пригородного транспорта перенесут. Как это было и раньше, автобусы, которые курсируют в населенные пункты районов области, уезжать с автостанции будут прямиком на Старокстовскую трассу, ведущую Большую Ельню. Это позволит существенно разгрузить транспортные потоки. По сравнению с тем же началом года, то здесь стало гораздо лучше. В плане именно техники, в плане разведения техники. Поэтому ошибки учтем, то, что еще не заметили, то, что не обратили внимания, доведем до конца. Новую схему движения обещают организовать в ближайшее время. Конкретных решений ждут и сами водители общественного транспорта. И маневрировать между автобусами и пешеходами приятного мало. Чтобы мне выехать вовремя, мне нужно выехать, тронуться за 5-10 минут отсюда уехать с кольца. То есть я теряю время отдыха какое-то неопределенное. Неудобно. Вместе с организацией движения в городской администрации планируют решить и пешеходный вопрос. Также за время лета должен появиться новый и удобный тротуар вдоль забора автостанции. Сергей Щеплягин, Владимир Гайдай. Время новостей.